считаю, что женственность, женщина – это только про платье. Вот Анастасия транслирует это в нашем современном мире. Это очень прекрасно, потому что мне кажется, дизайнер все-таки за платье в наше время. Вы знаете, конечно, есть. У меня оно не одно, я не могу выделить Анастасии в новое платье, а одно. Их минимум три. Одно длинное, два, одно мидия, одно розовенькое. Вот, но розовенькое, оно, наверное, и фаворит. Потому что прям я другая, прям другая. Знаете, я желаю Настюше только процветания, вот, развития ее прекрасной философии, разделения ее философии всеми прекрасными девушками. Вот, и удачи, самого доброго, самого всего наилучшего от меня.